Всем привет! Представляю анонс и дату выхода 27-й серии турецкого сериала «Дикий». Ранее мы увидели встречу Ямана с девушкой. Он крайне удивлен ее видеть и интересуется, кто же она такая. Но вместо того, чтобы дать Яману внятный ответ, девушка интересуется у Ямана, кем же является он. Яман говорит, что он здесь для встречи с Зарефом Демирханом и хотел бы увидеться с ним. Девушку это заинтересовывает. Она интересуется у Ямана, зачем же ему понадобился ее отец. Разговор между молодыми людьми переходит совсем не в то русло, на которое рассчитывал Яман. Девушка достает пистолет и направляет на него. Яман начинает отступать, боясь, что она может его убить. Яман встречается с Алас. Парень рассказывает ему, что эта девушка просто его счастливый билет. Ведь если он сможет завоевать ее доверие, то в конечном итоге сможет добраться и до ее отца. Так что начинать свою охоту ему нужно с меньшей, но не меньше значимой для общего дела жертвой. Яман встречается с Руе. Она спрашивает у него, связывает ли ее что-то с этой девушкой. Яман злится на Руе. Он не может понять, почему она продолжает лезть в его личную жизнь после того, как они с ней уже все выяснили в отношениях. Он отвечает Руе, что вполне возможно, что их что-то связывает. Услышав такой ответ, девушка дает Яману пощечину. Яману удается выстроить с новой знакомой теплые отношения. Когда он приходит к ней, охрана отказывается пускать его на территорию. Но когда появляется дочь Зарефа, она целует Ямана у всех на виду и проводит его в дом, где знакомит с отцом. Премьера 27-й серии турецкого сериала «Дикий» состоится 19 марта.